Всем привет! Приветствую вас на канале кулинарных рецептов про вкусняшки. Сегодня мы будем готовить шоколадную колбасу. Для приготовления десерта шоколадная колбаса нам потребуются следующие ингредиенты. 250 грамм рассыпчатого печенья, 200 грамм сливочного масла, 1 стакан сахара, 3-4 столовые ложки молока, 2 столовые ложки какао-порошка, 1 яйцо, 80 грамм грецких орехов, по желанию. Чтобы приготовить вкусный десерт шоколадная колбаса, необходимо измельчить печенье руками так, чтобы среди всей массы попадались небольшие кусочки. Орехи не очень мелко порубить. Добавить их к измельченному печенью. Сливочное масло растопить с сахаром на небольшом огне. Необходимо, чтобы сахар полностью растопился, это важно. Яйцо слегка взболтать вилкой. В отдельной кастрюльке смешать какао с молоком и тоже растопить на маленьком огне. Дать немного покипеть. Выключить огонь и тонкой струйкой ввести яичную массу. Горячую масляно-сахарную массу аккуратно, постоянно помешивая, влить шоколадную массу. Тщательно перемешать до однородности. Еще горячей вылить всю подготовленную смесь в печенье и тщательно перемешать. Небольшими порциями выложить массу на пергамент и свернуть колбаской. Отправить в холодильник до полного застывания. Хранить в холодильнике. Наш десерт «Шоколадная колбаса» готов. Попробуйте приготовить эту быструю, очень легкую приготовление сладости вы. Шоколадная колбаса по этому рецепту получается очень сладкой, но к чаю или кофе это идеальный десерт. Жду ваши отзывы и комментарии. А также пишите, какие рецепты вы хотели бы видеть в наших будущих видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше интересных рецептов вкусняшек.